как понять, что должностное лицо вымогает взятку и что делать в этом случае? Об этом жителям Одинцовского городского округа рассказали судебные приставы. Так, например, если работник ФССП или кто-то другой предлагает ускорить взыскание задолженности или же наоборот отсрочить его, иными словами, использовать особую схему решения проблемы, можно не сомневаться, предлагают взятку. У вас есть подозрение какое-то, что с их стороны проводятся какие-то неправомерные действия в ваш адрес? В вашу сторону? Или вы думаете, что это именно момент с почты связан? То, что просто до сих пор не пришел? С почты, но просто, вы знаете, я пенсионер-инвалид, я уже 6-й раз сюда прихожу, девочки меня обнадежили, дело пришло, оно у начальника на распределении. Сегодня приезжаю. Они опять вам говорят, что оно до сих пор не пришло? Да. Ну, я вам могу сказать, что... Здесь может быть вина не наших работников. В этом случае, говорят приставы, необходимо помнить, в исполнительном производстве не предусмотрена возможность ни ускорения, ни отсрочки процесса. Передача денежных средств должностному лицу – преступление, предусмотренное 291 статьей Уголовного кодекса. Одинцовским районным отделом судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области совместно с отделом противодействия коррупции управления на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение коррупционной составляющей как сотрудников Федеральной службы судебных приставов, так и граждан. Если же посетитель отдела судебных приставов получил предложение от должностного лица об оплате суммы долга на банковскую карту или счет, необходимо сообщить об этом в отдел противодействия коррупции Управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области. Сделать это можно через интернет-приемную на официальном сайте ведомства или по телефону доверия. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».